Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Значит, сегодня рассмотрим, есть ли готовые схемы БТГ и вечных двигателей. Есть. Сейчас несколько штук покажу. Вот первое. Зарядка батарей. Значит, инвертор идет, батарея, выпрямитель. Специально подобранный. И батарея. Так. На эту схему нужно две батареи. И она будет работать. Производительность ее примерно 50 ватт в час. То есть рабочая схема. Вот, значит, батарея, инвертор, выпрямитель и опять батарея. То есть работает вечно. В эту батарею заходит больше, чем отсюда выходит. Поэтому отсюда мы питаем с этой же батареи, допустим, лампочку. Когда здесь закончится, меняем. То есть вечная система. Далее. Значит, для того, чтобы запустить, надо две батареи. Далее. Система вечный двигатель. Работает от сети, не потребляя ток. Значит, тут тоже нужна батарея. Батарея, инвертор, мотор. Это все есть, колесо на нем. Работает вечно. Сюда нужна тоже батарея. Одна. Далее. Солнечная панель, гибрид. Я показывал. Это все показывал. Значит, лампа примерно на 14-15 ватт светодиодная, это есть. Солнечная панель до 30 ватт. Батарея и сюда батарея. Значит, то, что берет лампа, в 3 раза меньше, чем получает эта батарея. То же самое, меняем батарею и все. То есть система тоже рабочая. Дальше. И ротовертер система тоже стоит, показывал. Сюда нужна батарея и инвертор. Инвертор есть. Тяговая. Реле есть. Мотор на 200, на валу сидит генератор на 600. Значит, 0,1, 0,4 делаем секунд перерыв. Значит, выход 250 ватт в час. Чистой энергии. То же самое здесь. Пользуемся от этой батареи и крутим мотор. Когда значит, закончится, меняем. То есть я показал несколько систем, еще есть много. По подгонке тока система. Там тоже нужна батарея. Показывал я. Лампочки горят светодиодные. Галоген горит слабо. Критику навели, что он слабо горит. Для того, чтобы сильно горел, нужен латер. То есть схемы рабочие все, нужны запчасти. Поэтому, если кто хочет помочь, помогайте. Если не хотите, как хотите. Большое спасибо за внимание. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, исполнения всех желаний.